Всем привет! Помните, я вам недавно рассказывал про короля бюджетных смартфонов Blackview A80 Pro? Так вот, на его место замахнулся еще один смартфон, который выйдет в скором времени. Его глобальная распродажа состоится 6 июня. И это бюджетник от Kubot P40. Я с компанией Kubot познакомился еще в 2016 году. Тогда я рискнул и заказал за $100 с AliExpress телефон Kubot S550. Смарт мне очень зашел, то что нужно. Пропользовался я им до конца 2018 года, а потом маме подарил, она довольная капец. Так что первое знакомство было удачным. Да, и от других пользователей я информации не слышал, что кто-то фирмой был недоволен. И вот появилась информация про Kubot P40, который должен стать лучшим бюджетным смартфоном с квадрокамерой в 2020 году. Телефон поступит в продажу уже 18 мая по очень привлекательной цене. И я слышал, что Kubot P40 готовится стать новым королем бюджетного сегмента, совместив трендовую внешность, возможности камеры и приличную автономность. Аппарат будет щеголять с большим IPS-дисплеем 6,2 дюйма, с аккуратным вырезом под фронтальную камеру для максимально удобного поглощения контента. В базовой модификации пользователь получит 4 ГБ АЗУ и 128 ГБ хранилища. Прошивкой будет выступать чистый и не захламленный лишним софтом Android 10 из коробки, а питать смартфон будет съемный аккумулятор на 4200 мАч. Главной фишкой смартфона является связка камер, основной модуль на 4 объектива с главным сенсором от Sony на 12 мегапикселей и фронтальная камера на 20 мегапикселей для отличных селфи-снимков. Исходя из слогана выбранного компанией Kubot P40 «Король бюджетного сегмента», ценник на новинку нам обещает в $89, а это для таких характеристик ну просто обалденно, скажу я вам. И перед тем, как выпустить свою новинку, Kubot решил дать возможность покупателям выиграть устройство совсем бесплатно. Условия, как всегда, очень простые. Это подписаться на соцсети компании и поставить телефон себе в корзину на Алиэкспрессе. Ссылки есть в описании, обязательно участвуйте. Времени уделить нужно всего лишь пару минут, а смартфон очень годный, и выиграть его на халяву – это большая радость. Мне лично не нужно какого-то сверхмощного смартфона с кучей камер, а хватит и обычного смарта за небольшую цену. Если и вы поддерживаете мое мнение, то это устройство за такую цену будет то, что нужно. Так что берите себе на заметочку. Как будет больше информации, я еще вам расскажу про Kubot P40. А пока все, не пропустите розыгрыш и будьте все здоровы. Пока-пока!